победу, Бим, вот он. А кто победа, Бим? А случайно он не у тебя на аватарке? Нет. Короче, слева мы все прорубили, поэтому рубим справа. А там кто-то рандомно выбирает. Хз. Главное, оранжевые ключики не берите, и все. У кого камушек, блин? Камни ебаные. Ожидание других игроков. Кто так долго грузится? Камень! Может, я опять не нажал кнопку, сука? Костец, зайди в Warcraft, нажми кнопку, заебал. Я в Warcraft, я нажал уже давным-давно. Неужели? Ты о чем из дуло? О, я умею... Где я? О, я мужик. Клёво. Я мужик. Ух ты, ключик, что ты здесь? Я чувствую себя человеком. Люди, у меня есть какой-то ключ в ящике. Что это такое? О, люди, у меня ключ есть. О, все, он выиграл, он правильно. Иди, 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 иди. Открывай дверь, город. Надеюсь, это тот ключ. Надеюсь. Умри. Ключ в ящике. Да! Комната для самоубийства. Нет, туда никогда не входите. Там наркотик, смотрите. Только идиот туда пойдет. Там трава называется наркотик. А! Не бей его, дебил. Вот ведь не задача. Ой, хорошо, легко. Черт. Так, теперь Лёхичу придется тут бегать. А мы чё? Переключь в правитель, давай пизду сюда. Окей. На порче, наверное, не надо становиться. Пока я иду. А не. А кто за ключ возьмет? Эф. Я не хочу туда идти. Дыра? Дыра, оу. Дыра, дырить детей, оружие, пиха. Так, смотрите, кого здесь. Что-то есть. Запись на диктофоне. Этот подвал был заброшен, но на полу уже проросли сорняками, да и пауки есть, так чтобы не спешите ломать ящики. Да, еще маленькая, но пауки в этом районе водятся ядовитые. А как эту дверь открыть? А там надо вот, где я был, вот туда. Ключик! Кто самоубийца? Нет, не я. Я. Ой-ой. Идите тут. Слишком поздно. Короче, я кто вот... последний напишет единиц, тот и идет. Да я вообще в Майнкрафте козлую. Все, Костет, иди ты. Где я? Ну закажите, пока я добегу. А эти бедняги сдохли. Ну бери ключ этот. Там писали, что глаза... Опа-на! Посмотри! Вот здесь череп какой-то, его взять, кажется. А, нет, их тут много. Нажимайте на все, может, там такие какой-то... Ща! Так... Сойдет? Костет, ты что не пошел? Я не зашел. Ты че меня хоть бьешь, Blizzard? Меня-то хоть за что? А меня-то кто бьет? Я выбил. Увидите. Бьем Костета за то, что он не пошел. Эй, ты забьёшь. 20 секунд, прядь! Вы не успеете. Видите, какой я умный, я подобрал ключ. Я уж почти добежал. А давай, открывай дверь. Тихо, главное этих паучков не разбудите. Гениально. Я уронил ключик в эту печку, достаньте. Не иди туда, сгоришь же, наверное. Я самый такой. Хотя давайте кассету отсюда не выпустим. Пускай идет сгорит в печке. Я выйду, я спокойно. Кассет, тебя мало хп, иди. Обойди и все. Я горю. Быстрее бери.
Ну нехрен меня было бить тогда. Так, теперь эту дверь нифига не откроешь. А вот открылась. Я иду. Короче. Давай, иди. Самоубийца. А! Короче, кто последний единственный напишет, что ты идет? Ты идешь! Павел самый хитрый. Ну, на это не надо было остановиться. Так, давай, Близзард, кто напишет единственный самый первый тут? Последний, то есть кто-то идет. Раз, два, три. Ты идешь. Четыре, три. Тарантул! Помоги мне, тарантул! Пойдем вместе, сука. Вместе тут не пойдешь. Кто-то один только. Давай, иди. Я потом пойду, если вдруг ты сдох. Вон стоит. Ну мимо огня иди. Погоришь немного, ничего страшного. Ты только торопись, самое главное. А то сдохнешь. Бери ключ и назад вали. Быстрее, буду остынем. Ну хотя бы ключ поближе теперь. Ждем, когда двери откроют. Павел, ты задрот. Мне только взять его и уйти. Легко сказать. Я не хочу туда идти. А придется, Павел, придется. Пизда тебе, ёж. Я же взял ключ. РМК? Да ну в очков тупая карта. Это наёбка, блин.